Все время вот лучше мне увидеть ручки, мне вообще не понять. Они большими шагами, потом у тебя не хватает. Нет. Вот это. Тебе нужно отталкиваться ногой, помогать. А у тебя получается, ты сделаешь шаг и одной рукой потом пытаешься вытянуть. Если даже не вытянешь, то прибить этот мяч не составит работу. Так это чуть-чуть раз ножкой подсел, раз дернул. Раз дернул. Затем он будет ошибаться. За обращение. А когда ты не думаешь, не думаешь, соответственно, не получается. Потому что я факт считаю, поэтому не считается. Перестаешь делать. Перестаешь не плавать, что соперники будут делать. В чем прелесть настольного тенниса? Он думает, вот ты ладно, как шахмат, что соперник будет делать, и как он ответит на это.
Thank you.